Губернатор Самарской области прокомментировал заявления, которые прозвучали накануне в Москве. Владимир Путин провел первое в этом году заседание Совета по развитию местного самоуправления. Президент России подчеркнул недопустимость формального подхода надзорных органов к проверке объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Цитата: «Без контроля, разумеется, не обойтись, но проверки ради проверок никому не нужны». В свою очередь, в своем выступлении Николай Меркушкин отметил важность повышения реальной бюджетной обеспеченности муниципалитета. Владимир Путин еще раз сказал, что будет центр делать все, чтобы увеличивать и налогооблагаемую базу местного самоуправления, с тем, чтобы, ну, скажем, оно было полноценным, не только там ограничить проверки, но и они должны полноценно свои функции выполнять, а часто они их не выполняют от того, что нет денег, и органы надзора проверяют их и не выполняют функции. На самом деле не делаются ряд вещей, которые должны были бы делаться муниципалитетами. Поэтому тут некий есть и замкнутый круг. То есть надо их поддерживать, поддержать дополнительно финансово, тогда и, может быть, и проверок будет меньше.